Коллеги, 15:30. Начинаем. Ирина Викторовна. Да, можно начинать. Всем еще раз добрый день. Меня зовут Зверева Наталья Сергеевна. Мы с Ириной Викторовной Хитровой сегодня проведем вебинар на тему «Подготовка к ОГЭ 2024. Английский язык с применением цифровых технологий». Сразу должна сказать, что уже совсем скоро наших обучающихся ждет экзамен по английскому языку, а точнее 24 и 25 мая состоится основной этап по английскому языку ОГЭ. Коллеги, еще раз добрый день. Рада вас всех сегодня приветствовать. Как Наталья Сергеевна уже озвучила, сегодня мы с вами поговорим о подготовке к ОГЭ. Но позвольте, учитывая тему нашей сегодняшней с вами встречи, начать с цифровизации образования. Давайте обсудим, а нужна ли нам действительно цифровизация? И что мы с вами понимаем под этим понятием, если говорим об образовательных ресурсах? На просторах интернета мы нашли несколько цитат. Давайте, с вашего позволения, их представим на слайде и поговорим, действительно ли это так, разделяете ли вы точку зрения авторов. Первая цитата. Хорошему учителю никакие электронные ресурсы, интерактивные доски не нужны. Следующая цитата. Учились же мы раньше без онлайн и компьютерных программ. Зачем они сейчас нашим детям? И финальная фраза. Скоро настоящие школы и университеты останутся только для самых богатых, а все остальные будут учиться онлайн. Коллеги, у нас с вами встреча проходит на платформе Zoom, и у нас есть прекрасная возможность включить микрофоны и подискутировать на эту тему. Если вам удобнее писать в чате, пожалуйста, сделайте это. Если удобнее включить микрофон или, может быть, даже видео, пожалуйста, присоединяйтесь. Скажите, пожалуйста, разделяете ли вы точку зрения какого-либо из авторов или, возможно, всех трех авторов цитат, утверждения, которые представлены на слайде. Действительно ли хороший учитель не нуждается ни в каких интерактивных досках, не нуждается в электронных ресурсах? Мы же как-то наше, да, поколение вот училось без онлайн, без компьютерных программ, и, слава богу, получили образование вроде как неплохое. И поговорим о перспективах. Действительно ли школы и университеты останутся только вот в очном формате для самых обеспеченных классов нашего общества, а все обычные дети перейдут учиться в режиме онлайн? Ничего не разделяем, спасибо. Хорошему учителю нужно все. Так, коллеги, еще. Очень хочется услышать ваше мнение. Все три минус. То есть я так понимаю, Ну, большинство на хорошему учителю действительно нужно все, потому что мы должны учитывать, какие у нас стали дети, что они с большим даже, не только с большим, а с большим энтузиазмом, некоторые из них, умеющие и владеющие правильно технологиями и работающими за компьютером, конечно, будут во многом заинтересованы в использовании всех технологий. Спасибо большое за ваш комментарий. А как же мы А с вами здесь? еще один комментарий можно? Конечно. Ну вот на реплику, когда говорят, что родители говорят, учились же мы раньше как-то без всех этих гаджетов. Обычно хороший ответ дают, ну вот не научились языкам, как видим. Да, действительно. Спасибо большое за уточнение. Коллеги, кто-то еще хочет прокомментировать? Ну, то есть мы с вами можем сделать вывод о том, что все-таки нужны нам с вами и интерактивные доски, и электронные ресурсы, и необходимо принимать во внимание наших современных детей,
которые, в общем-то, рождаются чуть ли не с гаджетом в руках, правда? Это то самое поколение, которое остро нуждается во всевозможных гаджетах, во всевозможных электронных ресурсах. И тем самым мы должны им эти условия создать и помочь в изучении иностранного языка. Так, пишут, что у кого-то нет звука. Любовь Викторовна, если можно, помогите, пожалуйста, с техническим вопросом. Может быть, коллегам стоит перезагрузиться, зайти еще Да, раз. Я сейчас отвечу, коллеги, просто нужно зайти еще раз по ссылочке. Сейчас я им всем отвечу, да-да. И вот еще один комментарий, как раз очень нужны. Все это делает процесс только лучше и эффективнее. Спасибо большое. Коллеги, с вашего позволения, я как раз продолжу. Цифровые образовательные технологии. Что же это? Это инновационный способ организации учебного процесса, основанный на использовании электронных систем, обеспечивающих наглядность. Действительно, в наших школах сейчас стало, ну, я, как вы видите, в школе, да, нахожусь, я как раз человек, который работает очень много с цифровыми образовательными технологиями, и я работала как с зелеными досками, так и с черными сейчас, да, Blackboard. У нас сейчас снова вернулись, правда, немножечко в другом виде. Это действительно обеспечивает наглядность. Я всем говорю, бросьте в меня камнем, если кто-то не согласен с этим. У нас с вами отпала, простите за это слово, необходимость доставать все скрученные карты той или иной страны, чтобы детям показать наглядно, где находится та или иная страна относительно нашей страны. Ну и все в этом духе. Ну и цель, конечно же, это повышение качества, эффективности учебного процесса и также успешная социализация обучающихся. Конечно, они с гаджетами в руках приходят в класс, где висят электронные доски. И вы знаете, что я заметила? В своем классе, честно, я оставила зеленые доски, наверное, как в память, и мы их используем для каких-то классных моментов, я имею в виду для класса, да, оформление и все. И вы знаете, нынешние дети уже не спрашивают, а можно мы мелом напишем на этой доске что-нибудь, нарисуем красиво? Нет, у них доска ассоциируется именно вот с этой наглядностью. Мы туда только магнитиками, да, как-то и уже распечатать, напечатать и повесить на эту доску. Коллеги, у нас просто сейчас в телеграм-канале люди пишут, что не могут перейти по ссылке. Я поэтому еще разочек продублировала. Надеюсь, что сейчас они смогут подключиться. Вот. И хочу небольшое уточнение, да, сделать. Наталья Сергеевна сказала, что она прошла путь от зеленой доски до черной. Забыла белую, маркерную. Она была в промежутке. Она не была в промежутке. На самом деле у нас в классах во многих висит и маркерная доска, и вот эта вот черная электронная доска. И вы знаете, начинали мы переход как раз-таки с зеленой. Момент, когда нам повесили электронные доски, действительно был очень страшным переходом. Не знаю, как у коллег, но у нас это было очень страшно и вызывало бы некие панические атаки. И нам повесили белые доски практически в каждый кабинет. И сначала я действительно очень много писала на белой доске, очень часто. Сейчас все чаще и чаще дети рисуют на этой доске маркером, если он лежит рядышком. Вот. Ирина Викторовна, вам слово дальше. Спасибо большое. Коллеги, ну как вы видите на слайде, мы сейчас собираемся с вами поговорить о том, что такое цифровизация и что такое дистанционное образование, одно и то же ли это. Но я думаю, что вы нас поддержите в том, что цифровизация, она предполагает настолько широкий охват всех образовательных моментов, начиная от электронных дневников и журналов, заканчивая любым общением, когда мы с вами переходим на общение в мессенджеры, преподавателями наших детей, ученики между собой взаимодействуют, чаты всевозможные школьные создаются. То есть мы понимаем, что с каждым днем цифровизация все плотнее и плотнее входит в нашу жизнь, и без нее мы уже никаким образом обойтись не можем. Вот то, что касается дистанционного или онлайн-образования, здесь мне хотелось бы услышать ваше мнение. Вот вы сами как понимаете дистанционное образование и что оно для вас значит?
Был ли у вас опыт дистанционного образования? По возможности включайте, пожалуйста, микрофон. Но очень хочется, чтобы встреча носила такой дискуссионный характер, чтобы мы могли взаимодействовать. Был ли у вас опыт дистанционного образования? Дистанционные курсы. Угу. А вот что для вас дистанционное образование? Потому что я сегодня слышу совершенно противоположные точки зрения, как от родителей учеников, так и от самих учеников. Кто-то считает, что дистанционное образование – это образование, когда ты вошел в компьютер, прошел какой-то тест, получил ответ на него, и нет у тебя больше никакого интерактивного взаимодействия. Кто-то считает, что достаточно просто включить какой-то видеоресурс, вот как мы сейчас с вами вышли на видеообщение, на видеообсуждение, и это уже дистанционное образование. Как вы считаете, что это помимо удобства и более широких возможностей? Что включает в себя понятие дистанционного образования? И хотели бы вы перейти на дистанционный формат? Вот, для самоучек, пишет нам Ольга Орлова, это все как бы окей, а для большинства слишком трудно. О каких трудностях идет речь? О технических? Требуют самодисциплины. Угу. Вот еще нам один пользователь, к сожалению, не указавший имя, пишет, что и работает, и учится дистанционно все время. Дистанционное образование – это учебная платформа, к нему пособие. Вот, ждала прям этого слова, платформа и пособие. Трудности с мотивацией, да, помимо технических. Еще какие-то трудности обозначите, коллеги? Микрофон никто не хочет включить, только в переписке пока. Хорошо, такой вопрос. Вам нравится получать образование в дистанционном формате? Если да, то почему? Если нет, то тоже почему? Нравится ли вам учиться в дистанционном формате? Пока нам пишут ответ, можно я тоже? Когда... А кто-то включил микрофон или нет? Да-да-да. Может быть, кто-то хочет сказать. Я, когда училась в университете, в наше время не было дистанционного образования лингвистического. Была так называемая очно-заочная форма. То есть заочной формы не предполагалось языковой. Но и когда мы обучались, у нас все было это очень некомпьютеризировано. Сейчас, в наше время, все гораздо проще, да, мы слышим речь, почему нельзя было изучать язык онлайн, ой, не онлайн, простите, заочно, потому что язык нужно слышать, язык должен, мы должны говорить, да, прямое общение. Вот трудности вы описали. Стало ли сейчас, я тоже задам вопрос, стало ли сейчас легче получать заочно языковое образование? И есть ли такое, что сейчас есть заочное образование? Вот нам пишут в чат. Мне понравилось. Курсы были на иноязычных платформах. Очно их не пройти. Да, то есть у нас территориальный признак еще, да, Ирина Викторовна здесь играет важную роль как раз-таки. Когда мы учимся дистанционно, мы можем проходить курсы, например, в Москве, проживая там, например, в Кировской области. Я время сразу вспомнила 38-е задание. Помните, недавно как раз обсуждали на одном из вебинаров, говорили о трудностях, с которыми сталкиваются сельские школьники, и предлагалось выявить проблему, одну из основных проблем, которые испытывают жители села при обучении, и предлагалось найти способы ее решения. И вот 50% учеников предлагали учиться онлайн. Mm-hmm. То есть они как раз находили решение в этом. Вот как раз пишут, да, время планировать легче, живу далеко от города. Да. Мария пишет, не нравится дистанционное образование, тяжело общаться с компьютером. Хочется живого человека рядом. Вот, видите, сколько... Я просто пытаюсь все помочь ребятам подключиться. Да. Люди никак не могут подключиться, поэтому я, простите, на два фронта. Нравится, потому что мы взрослые и понимаем его нужность и удобность. А дети, особенно общеобразовательных школах, считают, что это легко и буквально халява. Да, действительно, коллеги, мы все с вами застали тот момент, когда мы учились
дистанционно. Мы вели уроки все в школах в московских дистанционно, ковидные времена, да. Действительно, дети тогда решили, что это не обязательно, я могу вместо урока позавтракать, и они решили, что действительно халява. Тут я прямо полностью соглашусь с вами, Юлия Андреева, что у детей немножечко бывает мотивация не такая, как у нас, у взрослых, и понимание того, что нам это необходимо. Нравится дистанционная экономия времени, доступ к большему количеству курсов. Для школьников, считаю, такой формат образования неприемлемым. Дети занимались на Фоксфорде, наверное, никакой халявы, нужно делать задание. Ну, тут опять же, наверное, дети мотивированные к изучению иностранного языка на данной платформе. Ну что, Ирина Викторовна, у вас пойдем еще... дальше. Мне кажется, мы хорошо так обсудили плюсы, минусы. И готовы, наверное, двигаться дальше. Какие же возможности мы выделяем, да, цифровых образовательных технологий? Конечно же, это повышение мобильности, выполнение заданий, изучение материалов, повышение мотивации обучающихся. Опять же, это мы говорим не про всех детей, но в большей степени. Индивидуализация процесса обучения. Дети, каждый ощущает себя с учителем наедине, потому что, как вы вспомните, ну, не знаю, я просила всех, кто входит в... Вот, тогда мы учились на платформе Zoom как раз-таки, где мы сейчас с вами встречаемся. Возможность отключить микрофоны... В отличие от класса, да, в классе бытовой шум присутствует. Каждый ребенок листает книгу, он уже нам, да, какой-то шум создает. И кого-то это может отвлекать. В дистанционном, да, в цифровом формате у нас эта проблема решается отключением микрофона. И, соответственно, все слышат то, что говорит педагог или отвечающий ученик. Увеличение наглядности материалов посредством демонстрации. Мы можем найти любой материал в интернете и сразу показать его. Либо же, ну, если мы говорим о цифровых технологиях на каких-то вот онлайн-платформах. В классе же это электронные доски, опять же повторюсь, где мы можем совершить путешествие в любую страну, в любой... музей, который предоставляет онлайн-экскурсию, например, да, который сейчас, на данный момент, к сожалению, не удастся посетить детям. Осуществление обратной оперативной связи с преподавателем. Как раз человек может прислать материал, может показать на демонстрации экрана. И еще вот в следующем слайде вы как раз увидите, что мы еще можем использовать, и мы используем в своей работе данные технологии. Ну и если мы говорим о каких-то онлайн-ресурсах, тестах, да, обучающиеся сразу получают доступ к своим результатам, да, как только выполнили задание. У нас прекрасная онлайн-платформа Мэш, на мой взгляд, да, где мы можем тренировать разные навыки с детьми и сразу видеть результат прохождения того или иного теста. Это тот как раз-таки, да, момент, о котором я говорила. Да, коллеги, да, скажите, пожалуйста, используете ли вы облачные технологии в своей работе? Пожалуйста, поднимите руки или отправьте плюсик. Работаете ли вы с облачными технологиями? Так, да, работают. Угу. Хорошо. Коллеги, ну я думаю, что мы сейчас не откроем вам Америки, потому что облачные технологии настолько прочны в нашу жизнь. Галина, не включайте пока, пожалуйста, микрофон, вы нас немножечко отвлекаете. Вот, смотрю, кто-то не использует. Коллеги, на самом деле применение облачных технологий очень идет
хорошо, комфортно, потому что вы можете применять облачные технологии как с частными учениками, так и работая в группах и в мини-группах. Это прекрасная возможность, потому что у вас есть удобный сетевой доступ, вы можете хранить достаточно большое количество информации, вам практически не требуется управлять данными технологиями, потому что облако уже за вас распределяет, обрабатывает и хранит все данные. Сейчас уже переходим к ОГЭ, да-да-да. Уже переходим. Вот, но на самом деле облачные технологии. Ну, вот если... Будьте добры, Галине, пожалуйста, микрофон замьют. Я просто не организатор, я не могу. А, нет, я могу. Я сделала это. Облачные технологии мы используем и при подготовке к ОГЭ. Но если так хочется коллегам побыстрее к ОГЭ, давайте перейдем, Наталья Сергеевна. Следующий слайд, пожалуйста. Да, это просто подвисает. Но тут я тоже так быстро не скажу. Ну, простите, уж мы готовились, да, все-таки с Ириной Викторовной. У нас не только подготовка к ОГЭ. Мы вам рассказываем о том, какими же мы можем ресурсами пользоваться при подготовке к ОГЭ тоже, в том числе. Итак, облачная технология при подготовке к ОГЭ. Как же мы используем данную технологию? Как Google, так и Яндекс имеют Google документ, Яндекс документ, да? Дети пишут электронное письмо другу. Например, у нас письмо в электронном виде, и я сталкиваюсь с такой проблемой, что когда дети начинают выполнять данное задание, они очень часто хотят писать письмо на бумаге. Да, у них есть право выбора написать это на бумаге или же написать на компьютере, набрать текст. Но я своих детей всегда сразу приучаю писать письмо на компьютере, потому что весь экзамен ОГЭ по английскому языку проходит в электронной форме. Плюс, каким образом дети видят экзамен? Приходя на экзамен, детям предлагается сразу сделать выбор, начнут они его проходить с устной части или с письменной части. И вот облачная технология, чем она хороша, это тем, что ребенок набирая, либо если это дистанционное занятие, то ребенок набирает, сидя у себя дома на компьютере, некий текст, ну, в частности, текст письма, и учитель, педагог видит этот текст письма сразу же, моментально на экране своего компьютера. Если это говорит, ну, если мы говорим о классе, который вот здесь присутствует, честно говоря, коллеги, я очень часто использую компьютеры на уроке для выполнения как раз-таки письменной части, потому что дети боятся компьютера, они очень медленно набирают, к сожалению. Да, есть дети, безусловно, есть дети, те, которые делают все легко, но кто-то сталкивается со сложностью, и это у них отнимает время. И мы вот тренируемся таким образом в Google-документе или в Яндекс-документе, когда они набирают, я сразу вижу и могу корректировать, давая комментарии. По поводу устной части, мы с вами сегодня поговорим по устной части. Да? Существуют различные интерактивные тренажеры. Они есть на любой цвет и вкус, коллеги, да, и сегодня мы вам чуть более подробно расскажем о нашем тренажере Exam Simulator и расскажем, как можно его использовать, да, для подготовки к ОГЭ, вкусной части ОГЭ по английскому языку. Наталья Сергеевна, там есть вопросы, можно я вас попрошу да, давайте, друга да. осветить, да, ответы? Так, сейчас. То есть бланков ответов на экзамене нет. В прошлом году, коллеги, был, ну, у детей был выбор, либо они хотят сдавать экзамен, вернее, как, написать письмо, письменную часть, только письмо, на бланке,
и тогда бланк сканируется и подкрепляется, как, ну, вот как было раньше, либо же ребенок пишет на компьютере сразу вот на платформе, которой они проходят экзамен. ОГЭ проходит на компьютерах. В московском регионе ОГЭ проходит на компьютерах. По везде не могу сказать, не знаю. В некоторых, ну вот тут вот Юлия Андреева пыталась ответить. ЕГЭ тоже на компьютере, ЕГЭ не на компьютере, ЕГЭ пока на бланках. Документы вы можете почитать на сайте ФИПИ. Коллеги, ну вот как раз переход, да, у нас на ФИПИ. Удачный был линкер, я бы сказала, с позиции человека, который любит писать эссе. Мы начинаем с вами разбор тренажера examsimulator.ru, который является на сегодняшний момент единственным тренажером, который сертифицирован ФИПИ. На этом тренажере, на этом цифровом ресурсе вы можете подготовиться как к ОГЭ, так и к ЕГЭ. Но поскольку мы обещали, что мы сегодня будем говорить про ОГЭ, давайте мы осветим основные моменты, связанные с подготовкой к ОГЭ. Коллеги, вкратце расскажу, о чем тренажер, кто с ним работает. Вот люди уже пишут, приложение супер, работаю в нем. Бывает все, коллеги, сразу оговорюсь, да, мы работаем над тем, чтобы это было супер, был ресурс, но бывают и опечатки, честно, мы люди все, да, встречаются опечатки, мы очень благодарны нашим коллегам, которые нам об этом сообщают. Бывают технические моменты, о которых тоже пишем как мы в нашу техническую службу, так и наши коллеги. Поэтому, если вдруг какие-то сложности встречаются, на нашем сайте всегда есть обратная форма связи. Welcome, что называется, постараемся в краткие сроки починить, изменить, наладить. Итак, наш тренажер разработан для учащихся. Мы написали 9-11 классов, хотя его можно использовать гораздо раньше. И когда я начинаю подготовку к ОГЭ, как раз-таки, я начинаю ее чаще всего устную часть тренировать во втором полугодии 8 класса тех детей, которые планируют выбрать сдавать английский язык, потому что они смотрят сразу тайминг, да, это, наверное, самый сложный момент у детей. Для выпускников прошлых лет, чтобы повторить все то, что они знали, но, может быть, за какое-то время забыли. Преподаватели английского языка. Ну, в общем, всех тех, кто готовит к ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку. Что же есть на сайте, что включает в себя тренажер? Подготовка к устной части ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку. Учит времени. Учит распределять время на подготовку и на сам ответ. Также у нас есть сохранение аудиозаписи ответа, в связи с чем мы просим каждого пользователя, кто заходит на сайт, кто заходит в тренажер, пройти сначала процедуру регистрации, чтобы ответы могли храниться именно в учетной записи человека. И также есть возможность оценить аудиозапись ответа по критериям, разработанным ФИПИ, но это опционально. Коллеги, так Наталья Сергеевна уже какие-то моменты осветила. Я еще раз хочу акцентировать ваше внимание на отдельных пунктах. Значит, когда вы заходите на тренажер, у вас есть возможность как проходить тест в формате экзамена, начиная от первого задания и заканчивая финальным, также у вас есть возможность прорешивать задание отдельно. Первое задание на чтение, второе задание на собеседование, третье задание на монолог, если мы с вами говорим об ОГЭ. Если мы с вами говорим о ЕГЭ, соответственно, также вы можете выбирать любое из четырех представленных заданий на сайте. О сохранении ответов, которые уже в опции Наталья Сергеевна упомянула, значит, хочу сразу уточнить, что вы можете сохранять ответы несколькими способами. Первое, у вас есть возможность скачать ваш ответ, у вас есть возможность отправить ссылку в мессенджеры вашему преподавателю на проверку. Есть опциональная возможность WhatsApp, есть Telegram и есть, опять же, просто скопировать ссылку. Что еще здесь возможно?
Вы понимаете, что тренажер максимально имитирует экзамен, да, и ситуация, которая будет на экзамене немножечко стрессовая для наших детей, снимается посредством использования тренажера. Тренажер уже второй год, и те ребята, которые готовились при помощи тренажера экзамен Simulator, отмечали, что им было крайне комфортно сдавать с психологической точки зрения экзамен. Они уже привыкли к бегущему вот этому таймеру, они привыкли отслеживать время на подготовку, на сам ответ, и они не испытывают психологических трудностей, когда начинают отвечать. Они не тараторят, они не спешат, когда отвечают, они размеренно отвечают, делятся своими идеями, потому что они понимают, сколько времени у них осталось на ответ. Коллеги, все материалы и задания отвечают требованиям ФИПИ. Мы стараемся сразу своевременно обновить все задания на сайте. И, как я уже говорила, постоянно техподдержка. И поэтому, если какие-то моменты, сразу ждем ваше письмо на нашу электронную почту. Да, адрес почты есть на сайте. Да, коллеги, переходим непосредственно к устной части ОГЭ. Ирина Викторовна. Да. Ну, коллеги, я уверена, что все, кто сегодня собрались, прекрасно знают, что ОГЭ, устная часть, состоит из трех заданий. Первое задание – это чтение небольшого научно-популярного текста. Второе задание предполагает участие в условном диалоге и расспросе. И третье задание – это монологическое тематическое высказывание с опорой на вербальную ситуацию. Коллеги, задание 1 это участнику экзамена предлагается прочитать небольшой научно-популярный текст. Сложности у детей вызывают следующие моменты. Ирина Викторовна, прокомментируйте здесь. Да, коллеги, я подробно не буду останавливаться, поскольку есть информация на слайде, но с вашего позволения выберу наиболее частые ошибки. Да? Ну, чаще всего идет неправильное фразовое ударение. Не делят предложения на простые, сложные, не делят на смысловые синтагмы. Бывает такое, что артикли пропускают, окончания не проговаривают до конца, ударения ставят некорректно, не умеют читать слова с непроизносимыми согласными, которые в начале у нас бывают слова или в конце. Ну и традиционно вставляют слова, которых абсолютно нет в тексте, добавляют то, чего нет. Да, ну и, наверное, Ирина Викторовна, имена собственные часто незнакомы, вот пишет Ольга Орлова. Да, единственное, что чаще всего за имена собственные и за географические названия мы не наказываем, эксперты не наказывают детей, потому что бывают действительно сложные слова в прочтении. Вот, коллеги, что здесь хочется еще добавить, отметить. Когда эксперт прослушивает чтение текста и оценивает его, у него по критериям, как вы знаете, допустимое, да, в ОГЭ мы можем допустить 5 ошибок на 2 балла, да, и не более 7 ошибок, чтобы получить 1 балл. То есть здесь у детей есть достаточно большой разбег на то, чтобы получить эти заветные баллы. Вот спрашивают, зачем тогда вносить в задание сложные в прочтении слова. Коллеги, ну тексты подбираются определенного характера, и бывает, что в тексте просто присутствуют данные слова, и если составители понимают, что данные слова могут вызвать трудности, они просто комментируют, комментируют на установочных лекциях, на установочных семинарах, что за данные слова мы не наказываем. Именно собственные. Есть такие моменты, где нельзя избежать, да, в тексте не употребить имя собственное. Но здесь я не могу сказать, зачем, почему, потому что я не разработчик, да. Вот в моем понимании это так. Коллеги, вот, например, вам текст, который, да, представлен у нас на сайте. Я еще сразу оговорюсь.
что очень часто я слышу. Вот варианты, которые попадаются на экзамены, это варианты с ФИПИ. Да, коллеги, совершенно верно, на ФИПИ выложены варианты, которые могут встретиться детям на ЕГЭ, ой, простите, на ОГЭ, и по ним очень хорошо работать, можно будет там обратиться к ним, прорешать все, и все очень здорово. И почему мы с Ириной Викторовной здесь выбрали устную часть? Самый сложный момент – это уложиться по времени. Вот в таких тренажерах, как наш, дети, конечно же, могут отработать именно время. В чем еще у нас здесь мы видим преимущества? Коллеги, посмотрите, здесь я постаралась выделить те слова, которые девятикласснику, возможно, покажутся сложными в прочтении. И мы в нашей группе ВКонтакте, в нашей группе в Телеграме поделились правильным прочтением, да, прочтением Виктора данных текстов, первых 10 вариантов, которые находятся в абсолютно бесплатном доступе как ОГЭ, так и ЕГЭ, как мы делаем с нашими учениками. Мы читаем с ними, да, я как учитель, я фиксирую ошибки, и затем я даю послушать детям запись эталонного прочтения, и мы с ними разбираем, а в чем ошиблись, как запомнить, а как выучить, и заодно мы пополняем наш лексический запас. Я постараюсь сейчас включить вам. Friends provide a comforting sense of stability and connection. We laugh together and cry together, sharing. Friends provide a comforting sense of stability and connection. Это запись вот такая, да, представлена. Вы можете ее тоже использовать. Ирина Викторовна, дадите рекомендации? Да. Коллеги, посмотрите, пожалуйста, какие стратегии традиционно мы называем, да? Первое. Необходимо внимательно прочитать текст про себя. Вы помните, что у ученика есть 1,5 минуты на подготовку. Он может бегло глазами, да, пробежаться по тексту, он может тихонечко шепотом проговорить, если ему это комфортно. Но главное, чтобы он обратил внимание на те слова, которые вызывают у него наибольшие затруднения. Еще один важный момент. Во время просмотра ученика необходимо научить выделять синтагму в длинных предложениях и обращать особое внимание на слова, которые вызывают трудности при произнесении. Также мы рекомендуем не забывать про интонацию различных типов предложений. Это касается в первую очередь общих и специальных вопросов, которые тоже иногда бывают у нас в вариантах ОГЭ. Ну вот про шепот я уже сказала, да? Второе задание, коллеги. Участнику ОГЭ предлагается принять участие в телефонном опросе по определенной теме и ответить на 6 заданных вопросов. Все вопросы построены в тренажере согласно кодификатору ФИПИ. Ну вот сегодня мы вам подготовили задание 2 на тему friendship. Для вашего удобства, да, и для того, чтобы мы чуть быстрее с вами двигались дальше, запись вопроса мы не стали вставлять в нашу презентацию, но запись ответа ученицы мы вам предложим. Коллеги, скажите, пожалуйста, с какими трудностями сталкиваются наши обучающиеся при подготовке к данному заданию, заданию 2 в ОГЭ? Можно микрофон, можно писать. У вас, ваши учащиеся, какие сложности вызывают? Может быть, у вас, как у учителя, есть какие-то вопросы или сложности? Is friendship important to you, например? Долго составляют предложения, долго формулируют? Да, совершенно верно. Полный ответ и сложность. Да, сразу должна оговориться, что по критериям, что будет засчитано учащемуся, это дан полный ответ на поставленный вопрос. Угу. Дают краткий ответ и не знают, что добавить. Совершенно верно. Мы какой хитрости, наверное, прибегаю я? Что я прошу делать?
Конечно, на слух это сложно, но это как раз-таки отрабатывается во время практики, во время отработки данного задания. Часть ответа всегда содержится в вопросе. То есть я их прошу говорить, выделять подлежащее, сказуемое и дальше добавлять свое. Да? Чаще всего это у детей работает. Да, совершенно верно, вот здесь... не представились, неправильно понимают вопрос. Это, наверное, наиболее распространенная ошибка детей, когда они не поняли вопрос. Неполное предложение выдают неточно, отвечают и добавляют лишнюю информацию. Да, если неточный ответ, то тогда получаются какие-то моменты. Лишняя информация, если она связана с этим вопросом, то ничего страшного. Это в ЕГЭ на самом деле страшно, наверное, будет. Здесь как раз у нас уже не раз упоминалось ЕГЭ, да? Потому что могут сделать большее количество ошибок. Пока за ошибки не наказывали, за грамматические, только самые грубые, только если нет грамматической основы, только если ответ не полный, краткий, вот как уже писали. А в этом году методические рекомендации тоже мы изучим, да, и посмотрим, как будут оцениваться ответы в этом году в ОГЭ. Да, вот тоже часть ответа в вопросе совершенно верна. Как будет оценен ответ, если первое предложение почти повтор вопроса. Если будет дан ответ на данный вопрос, то почти повтор вопроса, ничего страшного. Главное, чтобы ребенок дал ответ на данный вопрос. Сколько предложений должен составлять идеальный ответ? По количеству предложений в ОГЭ у нас не было ограничений. Мы должны дать точный ответ на поставленный вопрос. Если еще будут вопросы, пишите в чат. Сейчас я вам предлагаю послушать ответы ученицы и подумать, насколько корректно, некорректно даны ответы. As for me, friendship is very important part of my life. I think that I need friends, because the people with them I can spend my free time and who will help me. Вот такой вопрос, вот такой ответ на вопрос «Is friendship important to you?» дает ученица. Как вы считаете, хорошо, плохо, правильно, неправильно, допустим, недопустим? Коллеги, вот еще вопрос появился в чате. Даже одного предложения достаточно? Да, коллеги, даже одного предложения достаточно. У детей в 9 классе во многих вариантах есть вопрос «How old are you?». Здесь мы не сможем дать несколько ответов на данный вопрос. Если ребенок быстро говорит и укладывается в 15 секунд, как это трактуется при проверке? Ну, прекрасно, уложился, ответил. Я говорю, что может быть у него вопрос такой, что ему хватает и 10 секунд на ответ, и 5 секунд на ответ. Если он ответил полное предложение, быстро ответил на вопрос, ничего страшного. Еще здесь, коллеги, сразу оговорюсь, если у нас... учащийся сказал неправильно, затем... заново сказал правильную информацию, да, то мы засчитываем по последнему сказанному слову, по последней сказанной фразе. Вот. Как-то так. Что с ученицей, которой дружба важна, не важна? Будут комментарии, не будут вопросы? Она дала здесь несколько предложений. Ну, тут девочка часто слышит как про ОГЭ и про ЕГЭ, так и про ЕГЭ. И поэтому ребенок уже сам себя решил пробовать при подготовке к ОГЭ. Она сказала, я буду вот так пробовать, да, говорить несколько предложений на ОГЭ, чтобы... как раз-таки
справится затем в дальнейшем с ЕГЭ тоже. Ученица молодец. Да, конечно, она ответила на данный вопрос. Коллеги, предлагаю послушать ответ еще на один вопрос и двигаться дальше, если у вас не будет вопросов. I think that I spend a lot of time with my friends, but we always go at the cafe on Sunday, and we always draw there for 1 hour. Sometimes we also go walking for some times. Ну вот такой ответ дал ребенок, который растерялся. Да? How much time do you usually spend with your friends? Там присутствуют грамматические ошибки. Там ребенок понимает, скорее всего, в какой-то момент, что не совсем помнит вопрос. Дает ли она здесь ответ на вопрос How much time do you usually spend with your friends? Нужно ли вводить свою реакцию каким? Ирина Викторовна, я, может быть, вы поймете. Я, честно говоря, не совсем понимаю вопрос про марки. Я думаю, может, это Алин перейдет речь. Например, I'm sure, I think that, you know. Нет, я, знаете, про что, коллеги, извините, да. Включить. Спасибо. Добрый день. Вы говорите, что достаточно, что повторяемый последний ответ засчитывается в устном. Я должна сказать sorry и повторить, или, ну, ребенок я имею в виду, или просто повторяю, и считается последний вариант. Нет. Тот, который произнесен. Ну, там, типа, я говорила success, я поняла, success. Теперь... в итоге я решила сказать succeed, и засчитан вот этот последний succeed без всяких вводных. Или, например, я говорю I spend much time with my friends. Нет, I spend a lot time with my friends. I spend much time with my friends. И будет засчитано вот это последнее предложение. Вот, да, то есть там нет таких моментов, что должен ребенок сказать sorry, не должен, нет, будет засчитан так, как скажет последний. Или там I mean какой-то, ничего это не требуется. Ничего, ничего, да, тем более в 9 классе нет. Все, mm-hmm. Все хорошо, спасибо. Видно, да. Ну все. Угу. Это же на ЕГЭ, наверное, вы хотели уточнить, угадала? На самом деле, я про ОГЭ давно не сдавала ОГЭ. Там самое обидное, когда они первый раз говорят правильно, а потом второй неправильно. Да, и эксперт не выбирает, какой бы правильный ответ, он оценивает второй. Последний. Последний. Даже не второй, да, последний. Бывает очень... Последний. Да, последний. То, что спасибо. Последний. Да. Скорее ответ был на вопрос, как ты проводишь время. Ирина Викторовна. Вы знаете, не соглашусь, если речь идет о третьем вопросе, а слушали мы ответ на третий вопрос. How much time do you usually spend? То есть здесь как раз прозвучал ответ. Сколько ты обычно времени проводишь? Никак. Ребенок, как много? Насколько много? Ребенок говорит, I spend a lot of time with my friends. И дальше он, конечно же, как проводит время, она говорит. Но ответ на вопрос прозвучал. Просто дальше уже давали время. Третье. На четвертый вопрос. На четвертый вопрос, да. Но они же не видят вопросы. Они не видят, это предвосхищение. И поэтому это просто так получилось. Когда прозвучал следующий вопрос, там даже ребенок ухмыльнулся, что я только что дал ответ, ничего страшного, такое случается. Вот для этого и существует тренировка. Коллеги, с вашего позволения, будем переходить дальше. Как мы советуем выполнять, Ирина Викторовна? Да, коллеги, давайте посмотрим на стратегии выполнения. Ну, традиционно мы внимательно читаем задание про себя. Обязательно обращаем внимание на условия задания. У нас с вами прозвучит 6 вопросов, и на каждый ответ нам будет отведено только 40 секунд. Мы говорили с вами уже о том, что ответы должны быть полные и точные. То есть мы внимательно слушаем, в каком времени задается вопрос, какого рода информацию от нас ждут, и отвечаем строго вот именно на тот вопрос, который прозвучал «How much time?», «How often?», «How long?», обращая особое внимание на подобные подсказки. Мы стараемся использовать лексические и грамматические структуры, которые требуются в данной коммуникативной ситуации. Коллеги, здесь еще поступил вопрос, что делать, если на следующий вопрос уже ответил в предыдущем. Ничего страшного, отвечать на вопрос снова. Так случается. Часто я слышу
что я уже говорил, и они должны повторить ответ, чтобы в данном ответе прозвучало тоже. Ну, вот, надеюсь, что мы дали ответы на ваши вопросы по этому заданию. И переходим к заданию 3. Тематическое монологическое высказывание. Как же мы здесь мы советуем выполнять? Ирина Викторовна, вам дадим слово. Ну хорошо, давайте посмотрим. Итак, мы традиционно с вами просматриваем задание, прежде чем начинать свой ответ. Обратите, пожалуйста, внимание, что пункты плана представлены, но в этих пунктах плана нет двух вещей. Каких? Чего не будет в пунктах плана, а что ученику необходимо сделать, когда он начнет свой монолог? Чтобы это было логично. Это моя подсказка, Ирина Викторовна. У вас коварные вопросы, на самом деле. Коварные. Чего не хватит ребенку, переформулируя вопрос, на слайде, на экзамене, на тренажере, а эксперт этого будет ждать? Чтобы не снизился балл. Коллеги, есть идеи? Что не упомянуто в плане? Вступление, заключение. Конечно. Абсолютно, вступление, да. Заключение, да. Также необходимо помнить о том, что на подготовку у ребенка есть 1,5 минуты, а на сам ответ несколько больше – 2 минуты. Ребенку обязательно нужно продумать то, о чем он будет говорить, продумать каждый из 4 пунктов, которые освещены в плане, и продумать, как он будет подводить итог и выражать свое мнение касательно озвученного вопроса. Коллеги, вот так выглядит задание в тренажере. Я надеюсь, что вам видно. Why people need friends? How long you have known each other with your best friend? Where you usually go together with your best friend? What your attitude to friendship is? И задание было You are going to give a talk about friendship. Я предлагаю вам тоже послушать запись ответа этой же ученицы. Я тут вопросы просто отвлеклась, и поэтому так немножечко линкеров нет. Предлагаю прослушать запись ответа ученицы и обсудить ее, и затем вы зададите вопросы, может быть, какие-то вас интересуют. I would like to give a talk about friends. Friends is people who always help you, and with them you can spend your free time. So I think that everyone should have friends. As for me, I have known my best friend for 3 years. We have met at my mother's birthday. My best friend and I usually go together in the park, or we spend our free time at the cafe and draw in there. In conclusion, I could say that my attitude to friendship is positive. Friendship is important thing in everyone's life. I would like to give a talk about friends. Коллеги, я, наверное, нажимаю постоянно, и у меня никак не завершается. Сейчас, надеюсь, закончится. Да. Перескочить на другой слайд. Да, извините. Коллеги, скажите, пожалуйста, давайте мы не будем, конечно же, грамматическую составляющую речи сейчас разбирать. Это сентябрь, простите, октябрь был. Да, я записала свою ученицу в октябре, работаем над грамматической составляющей. Скажите, пожалуйста, вот если мы берем пункты плана, все ли отразила ученица в своем ответе? Why people need friends? Было, не было? How long you have known each other with your friend? Where you usually go together with your best friend? And what your attitude to friendship is? Коллеги пишут, все пункты были раскрыты, вступление и заключение было. Я согласна, да, что действительно все было. Но на грамматику закрыли глаза. Да. Коллеги, скажите, пожалуйста, вот какие вопросы, может быть, у вас есть по этому заданию? Может быть, мы сможем ответить. Мы, во всяком случае, постараемся ответить на ваши вопросы. Пока коллеги думают, задают, пишут свои вопросы, позволю себе сразу сказать,
какие моменты могут быть в данном задании. Дети очень часто забывают завершающую фразу. Завершающей фразы не было. Нет, коллеги, в данном ответе была завершающая фраза. А вот часто очень дети не говорят «that's all». Какие могут быть завершающие фразы? «That's all that I wanted to say». Вот в конце они говорят «That's all that I wanted to tell you about friendship». Да, различные моменты могут быть. А, ну вот и я на следующий вопрос. Как правильно сформулировать заключение? 12 я уже, по-моему, ответила на этот вопрос. Я сказала несколько вариантов заключения, завершающей фразы. 12 предложений достаточно. Коллеги, 12 предложений достаточно. У нас по заданию 10-12 предложений. Плюс у нас фразы. Заключение не считается последней фразой. Вы имеете в виду про отношения? Если просто ребенок говорит свое отношение к тому или иному явлению, то это не является завершающей фразой. Он должен подытожить слова, да, какие могут использовать. Я уже говорила, all in all, да, но все, где мы завершаем все наше сказанное. Нет, я просто имею в виду, что как и в письменном, так и в устном есть какая-то итоговая фраза, которую можно считать заключением. Она да. Вот выводом может звучать. И даже после этого вывода нужно обязательно сказать that's all. Нет, нет, если есть вывод, я говорю про то, что не может звучать, быть завершающей фразой про отношения, вот где он выражает свое отношение, например, вот здесь к дружбе. Это не завершающая фраза. А когда он обобщает, это уже да. будет... Но я то есть всегда... обобщающую фразу мы тоже считаем заключительной фразой. Но да, если но... ее нет, то ребенку достаточно сказать that's all после вот, that's этой, all. Вот этого последнего пункта. Да, я всегда учу детей сказать... That's all, потому что он сразу дает понять, что я закончил свой ответ. Я закончил прохождение экзамена. Спасибо. Ага, есть темы, которые трудно уложить в 12 предложений. Про сравнение двух... вы имеете в виду, что нужно больше предложений или нечего сказать про данное предложение? Уточните, пожалуйста. Наталья Сергеевна, там хороший вопрос касательно... Ученица говорит сейчас I'm going to talk about friends, а в задании friendship. Можно ли так? I'm going to talk about friends. Это будет неточность. Это будет неточность. Это будет... Налог-то у нас про дружбу, да. А не про друзей, правильно? Да, совершенно верно. Здесь детей читать неточность. Задание и говорить вступительную фразу, нацеливаясь на то, что у нас представлено в задании. Обязательно. Коллеги, как я вам скажу, вы, наверное, сами тоже так уже выделили для себя. Я всегда детям говорю, у тебя первая фраза всегда написана, только поменяй относительно себя. I am going to give a talk about friendship, about school и так далее. То есть это все. Если говорят friends, то это неточность. Трудно уложить 12 предложений. Если по времени ребенок укладывается, это может быть 15, 20, 30. Главное, чтобы он распределил свое время правильно, и у него была завершенность монологического высказывания. То есть он в конце все завершил и сказал, что все, что хотел сказать, я сказал. Коллеги, что бы я еще вам хотела здесь отметить, это вот attitude. Обратите, пожалуйста, и свое внимание, и внимание ваших учеников. Attitude, оно может быть positive, может быть negative. И дети не всегда знают, каким темам positive, каким темам negative. Да, то есть ваше отношение к загрязнению окружающей среды. Очень часто могут дети сказать positive, и это не совсем логично. Вот вы с ними проработайте, обратите на это внимание, какие темы действительно идут с позитивным, да, моментом, а какие с негативным. И, конечно же, в конце они всегда должны сказать свое, выразить свое отношение и прокомментировать, почему они так считают, чтобы этот ответ был полный и точный. Если нет вопросов, то мы движемся далее к завершению. Коллеги, мы хотим вам еще показать наших детишек. Ирина Викторовна, вы расскажете вкратце.
Ну, давайте, наверное, я. Коллеги, первое пособие, тренажер к устной части ОГЭ, английский язык, он претерпел изменения. В прошлом году у нас был первый пилотный выпуск тренажера к устной части ОГЭ. Он был значительно менее объемным по формату, да, чем представлены сейчас. Больше приложений в нашей сегодняшней книге. Появились ответы на вопросы. Появились примеры ответов, появился грамматический справочник. Я думаю, что если вы зайдете на сайт издательства «Титул», вы даже сможете увидеть книгу воочию. Там есть небольшие видеосюжеты, когда вы можете словно пролистать книгу и увидеть отдельные страницы пособия. Что касается второй части, это часть, насколько я знаю, сейчас практически распродана, потому что поступало очень много вопросов, где ее можно найти, потому что на основных, так скажем, в аутлетах она уже разошлась, и, насколько я знаю, издательство «Титул» обращалось для повторной печати. Если это не так, Любовь Виктор меня поправит. Вот. Что касается содержания пособия, это пошаговая инструкция для написания задания 37 и 38 с чек-листами, с образцами ответов, с анализом работ других наших учеников, с тестами-вариантами, которых более 30 штук. То есть у нас 30 вариантов 37-го письма, 30 вариантов 38-1, 30 вариантов 38-2, не включая упражнения, ответы, useful language и tips to follow. Вот как-то так. И, друзья, коллеги, ученики, мы всегда на связи. Вы можете нам писать как в чате в телеграм-канале, так и предлагать свои новости, да, какие-то, может быть, или какие-то вопросы задавать в нашей группе ВКонтакте. Мы стараемся там выкладывать какие-то полезные вещи, да. Сегодняшнюю презентацию мы тоже вам разместим. Я надеюсь, да, там, если будут вопросы, пожелания какие-то, мы всегда на связи, мы всегда будем рады вас видеть. Спасибо за внимание. Коллеги, да, вебинары планируются как на площадке издательства «Титул», так и на площадке 1 сентября. Мы всегда на связи, вы можете найти анонсы о наших вебинарах в нашем телеграм-канале или в группе ВК. Спасибо большое всем, что пришли. Если есть вопросы, задавайте. По ссылке можно приобрести? Я думаю, что по ссылке можно приобрести и на всех маркетплейсах. Коллеги, эти ссылочки, где можно...